Привет, краткий обзор авторынка Алматы. Кратко, сейчас пробежимся, посмотрим, какие машины представлены и почем. И это видео стало возможно благодаря моему же обзору на Renault Arkana. Вы можете посмотреть по ссылке в описании, либо по подсказке. Переходите, смотрите. Ну а мы начнем с этих камрюшек, которые представлены в самом начале. Это у нас Toyota Camry 7, стоимость 13 200 000, 2018 года. 25 тысяч километров пробега, вообще прям новая свежая машина. Рядом стоит Toyota Camry 50 в черном цвете, стоимостью 8 500 000, 13 год, 3.5 вообще прям пушка. Они шустрые, реально, они очень быстро едут. Рядом у нас еще одна Camry 8 200 000, также 3.5, 14 год, в белом цвете, в черном кожаном салоном. Рядом еще одна 55-ка. Эта машина стоит 9 200 000, 14 год, комплектация N4. Вот эти прям камрюшки такие прям бодрые, классные. Ну а сейчас мы пойдем посмотрим ту часть рынка. Здесь представлены более такие, конечно, дорогие машины, более свежие. Еще одна вот у нас Camry, тоже V6, 3.5. То есть прям классная машина, быстрые. Эта машина у нас стоит 8 400 000, 14 года. Рядом у нас несколько японских внедорожников от компании Toyota. Toyota Land Cruiser Prado 7-местный, к сожалению, у него нету ценника, ни описания. Рядом Land Cruiser 200, вот, блин, 200-ку я хочу взять у Toyota покататься. Даже они вроде как обещали на небольшой тест-драйв. Эта машина стоит 16 400 000, 4,5, 14 года. Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове, смотрите, какой прям очень симпатичный, 7 мест, хорошее техническое состояние, визуально 7 800 000, 2006 года, объем 2,7. Ну и, конечно, да, уже большая часть машин разъезжается, хотя еще не так поздно, всего времени-то 2:30, но, тем не менее, машина уже разъезжается. Тоже классная машина, правда, рестайлинг, но цены и описания нет. Это Land Cruiser 200, легенда, 14 000 000, 4-литровый. Преимущество 4-литрового, что у него меньше налог. Это, конечно, несомненно плюс. Но машинка выглядит здорово. Классно. Дальше Mitsubishi Outlander 9 200 000, 19 года. Highlander, ну, без ценника, без описания. Рядом еще один Highlander. Этот также, блин, цена не указана. Просто объявление, характеристики. Дальше Prado 11 900 000. До рестайлинг 150 кузов, а вот это как раз новый последний рестайлинг уже 18 года машина. Цена договорная, без сомнения. Минус то, что не всегда указывают цену, это не очень удобно. Audi за 9 500 000. Рядом у нас Mercedes, еще есть BMW. Но у меня состояние так, не очень. Зато цена 2 500 000, не очень дорогой. Рядом вот этого 10 800 000, 2007 года. Highlander за 10 500 000, 3,5. Ну и вот Prado, и также нет, у него нет ценника, ни описания, ничего, к сожалению. Highlander стоимость 13 600 000, 13 год, 3,5. 7-местные, прям симпатичненький, хорошенький Highlander. Рядом еще один Highlander в белом цвете. И эта машина стоит 12 800 000, 3,5, 12 год. Еще один Highlander. Там большое количество Highlander сосредоточено. 11 500 000. Рядом Toyota RAV4, свеженький. 0,5 регион. Стоимость 8 800 000. Новая 70-ка без ценника. Lexus NX стоит у нас 14 200 000 в комплектации F-Sport. Красивая машина, классная. Но самая офигенная машина здесь на рынке — это вот этот. Это Land Cruiser 200. Прям круто подготовленный для тяжелого бездорожья. Смотрите, какая красота. Фух, сколько эта красота стоит? 14 900 000, 12 год. Ну, прям круто подготовлено. Передние, задние усиленные бампера, шноркель, дополнительный свет сверху, маркиза. Ну, это такая штука, которая открывается, обеспечивает тень. Резина. Автоматическая трансмиссия. Ну, имею в виду резина грязевая.
На такой машине можно уехать очень-очень далеко. Сзади дверь открывается в разные стороны. Это получается 205, если я не ошибаюсь. Но машина прям крутая для хорошего тяжелого бездорожья. Единственное, наверное, тяжелые, ну и дорогая, конечно же. Ну и в самом завершении еще, конечно же, посмотрим. Тут 4 автомобиля, которые представлены. И посмотрим, почем они. Это у нас Toyota Land Cruiser Prado в черном цвете, 150. И стоимостью 13 миллионов 500 тысяч, 14 год. Ну все, даже объем не написан. Toyota Land Cruiser 200 в белом цвете. 13 год. Цена договорная, к сожалению, цена не видно. Highlander бесценника. Это тоже бесценника. И Lexus, к сожалению, цена не указана. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Лайк, лайк, лайк.